Тверская область активно помогает городу Бердянску Запорожской области наладить новую мирную жизнь уже под российским флагом. Верхневолжье оказывает гуманитарную помощь не только горожанам, но и братьям нашим меньшим. Так местный приют для животных получил 30 мешков собачьего корма. Подробности расскажут наши бердянские коллеги. Сегодня часть груза гуманитарной помощи, которая прибыла сюда из Тверской области. Приехала она именно в питомник для собак Валентины Мамай. Предприниматель Валентина Мамай – главная собачья мама Бердянска, рассказывают наши коллеги. Около 15 лет назад она организовала приют для животных. Сейчас там содержится около 600 подопечных, но бывало и больше. На территории оборудована вольера, скважина с водой, даже кухня. Готовит Валентина сама. Меню скромное, постояльцам подают каши, поэтому груз из Тверской области особенно ценен. Сегодня от нашего города побратима Тверь пришла такая вот гуманитарная помощь в виде корма для собак, в виде тарелочек для собак, прекрасных ошейников, от которых я прям без ума. Вот, и от цепей. То, что нужно для приюта, в чем мы остро нуждаемся. Всего около 30 больших мешков корма. Настоящий гостиниц для четвероногих постояльцев. Недавно подшефный Бердянск посетила делегация из Тверской области. Основной задачей было изучение на месте ситуации и помощь городу. Известный тверской зоозащитник и депутат Дмитрий Нечаев был в составе делегации и не мог не навестить собачье хозяйство Валентина Мамай. Он лично ознакомился с проблемами и решил, что нужно протянуть руку помощи. Мы понимаем, что сейчас Запорожье, его жители, ну в том числе и четвероногие жители, переживают сложные времена. Сейчас идет только еще налаживание вот этой всей жизни. Поэтому нужна была помощь. Ну и вот надо отдельные слова благодарности сказать. Наша региональная власть откликнулась на мои просьбы, на мои предложения. И были включены вот эти корма, ошейники, экипировка в состав той гуманитарной помощи, которую мы отправили в Запорожье. Сейчас непростую ситуацию приюта есть потребность в вакцинах от ряда собачьих болезней и, конечно же, в корме. Эта помощь не разовая. Планируется налаживать дальнейшее сотрудничество и отправить в Бердянск еще гуманитарный груз для братьев наших меньших.